В Омской области будут судить бывшего мэра Исилькуля Николая Илюшкина. Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным следователей, в 2015 году глава райцентра подписал проектную документацию на строительство многоквартирных домов без положительного заключения экспертизы. При этом Илюшкин достоверно знал, что техническое состояние объектов является критическим, что может привести к обрушению зданий. В итоге строительные работы были продолжены. В дальнейшем мэр подписал акты о технической готовности жилых домов. Квартиры должны были предоставляться гражданам по программе переселения из ветхого жилья. Но, как установило следствие, новые дома были ничуть не лучше старых. Проверка показала, что жилые помещения имели многочисленные дефекты и фактически были непригодны для проживания. Глава Исилькульского городского сельского поселения подписал соответствующие документы на переселение граждан из аварийного жилья, по сути, в такое же аварийное жилье, состояние которого было критическим, при этом не удостоверившись в качестве построек. Также было в ходе следствия установлено, что застройщик, которому выделялись денежные средства по строительству указанных домов в сумме 11 миллионов рублей, похитил 7 миллионов рублей из указанной суммы. Соответственно, люди были переселены из аварийного жилья в такое же аварийное жилье. Экспертиза выявила в новых домах многочисленный брак. У новостроек были повреждены наружные и внутренние стены. Фундамент оказался неустойчивым. По мнению следствия, действиями экс-главы городского поселения были существенно нарушены права и законные интересы граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также был подорван авторитет органов местного самоуправления. За превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий Уголовный кодекс предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Кстати, до назначения мэром Николай Илюшкин долгие годы являлся прокурором Исилькульского района. Так что можно полагать, что обвиняемый, совершая преступление, в полной мере осознавал свои действия.